Страшная авария унесла жизнь сотрудника мотовзвода ГИБДД. Полицейский погиб при столкновении с иномаркой. ДТП произошло поздно ночью в Чурилово на улице Линейной. По данным ГАИ, 19-летняя автоледи за рулем Hyundai Solaris на высокой скорости влетела в мотоцикл сотрудника ГИБДД, который двигался впереди. ДПСник на земле без движения, возможно, очень сильно пострадал, либо погиб. Патрульная полицейская машина уже была на месте, кареты скорой еще не было. Позже стало известно, что полицейский скончался, а вот девушка может попасть под статью. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Автоледи грозит до 5 лет лишения свободы. О погибшем сотруднике ДПС известно. Это 40-летний Равиль Шаймарданов. Он 18 лет посвятил службе в органах внутренних дел. Как сообщили в ГУМВД России по Челябинской области, семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь, предусмотренная законодательством.